Добрый день. Слышно меня? Да, да, вас слышно. Значит, ссылку я кинул, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Есть ли вопросы какие-нибудь? По лабораторным предметам. Нет вопросов. Хорошо. У нас есть несколько желающих выступить на сегодня. Несколько, три человека я нашел. Дмитрий Сергеевич, извините, да. Пожалуйста, вас очень плохо слышно. Так вот лучше? Очень большие помехи почему-то именно какие-то от вашего микрофона. Сейчас посмотрим. Все равно помехи. Не боюсь, это никак не исправить с помехами. Итак, есть ли у нас Тагиев? Да, я здесь. Да, давайте, мы вас послушаем. Да, одну секунду, сейчас включу презентацию. Видно ли экран? Да, все хорошо. Сейчас тогда включу заново презентацию. Собственно, игра в жизнь. На английском это Canvas Game of Life. Работа выполнена таких барам. Давайте приступим. Целью данной презентации является изучить то, как работают конечные автоматы и, в частности, игра «Жизнь. Математика» Джона Конвея. Рассмотреть примеры объектов автомата и обзор матрицы из матриц и так далее при помощи игры «Жизнь». То есть она будет вложена. Мы чуть позже это коснемся. Давайте перейдем к самому материалу. Собственно, чтобы понять, что такое игра «Жизнь», стоит отметить, что такое клеточный автомат. Клеточный автомат, либо же КА, представляет собой поле из клеток. Каждая клетка может находиться в определенном состоянии. Самый простой вариант этих состояний – это клетка либо черная, либо белая. Также существуют определенные правила, по которым клетки переходят из одного состояния в другое. Переход осуществляется одновременно для всех клеток поля за один ход, именуемый тиком. Как есть процессорные тики, тоже есть в клеточных автоматах тик. Собственно, игра в жизнь – это… Игра жизни Конвея, также известная как Игра жизни, представляет собой клеточный автомат, разработанный британским математиком Джоном Хортоном Конвеем. Это самый известный пример клеточного автомата. Изначально эта проблема была Джона фон Неймана, который пытался создать гипотетическую машину, способную воспроизводить себя. Нейману удалось создать мат-модель такой машины с довольно сложным правилом. Там около 29 правил, то есть состояний клеток, которые эти правила описывают. Конвей поставил целью придумать как можно более простой клеточный автомат с нетривиальным поведением, надеясь, что такой случай он будет Тьюринг полным. Собственно, про правила игры. Вселенную игры можно представить в виде бесконечной двумерной сетки квадратных ячеек, каждый из которых находится в одном из возможных состояний. Живой или мертвый, либо же, как было ранее сказано, черное либо белое. Каждая ячейка взаимодействует с 8 соседями. Собственно, про правила игры, их всего 4. На каждом шаге во времени происходят следующие переходы. Любая живая клетка, имеющая менее двух живых соседей, умирает. Любая живая клетка с более чем 3 живыми соседями также умирает. Любая живая ячейка с 2 или 3 живыми соседями живет, то бишь она не умирает, не меняясь до следующего поколения. Любая мертвая ячейка с ровно 3 живыми соседями оживает, то есть переходит из состояния черного, то есть в мертвого, в состояние живое. В этой игре достаточно много интересных элементов, которые были найдены по мере работы с этим автоматом.
чтобы, ну, элементом игры в жизни можно считать шаблоны. Ну, шаблоны — это некоторые варианты расстановки живых клеток в первом поколении. Там есть огромное количество различных фигур, которые приводят к интересным результатам. Например, глайдер. Представим первая картинка сверху. Глайдер представляет из себя фигуру, которая может двигаться в определенном направлении. В данном случае она двигается вниз и вправо по диагонали. После открытия глайдера Конвей предположил, что нет таких фигур, которые могут привести к бесконечному, неограниченному размножению. И предложил премию в $50 тому, кто докажет или опровергнет гипотезу, то, что нет таких расстановок, при которых у нас будет бесконечное дублирование. Однако результатом стало создание глайдер-машины, которая дублирует, либо же создает эти самые глайдеры в игре в жизнь. Собственно, этот автомат, точнее, этот глайдер-ган, представлен второй картинкой, которая снизу, она бесконечно создает наши глайдеры. Там есть достаточно много интересных фигур. Все они уже описаны. Возможно, мы что-то еще не нашли, но... много мы уже изучили. И, собственно, про интересный для меня элемент я хотел бы рассказать про метапиксель. Метапиксель — это... представляет собой ячейку размером 2048 на 2048 точек, квадратиков, которая была построена Bryson Due. Эта ячейка имеет возможность эмуляции любого живого клеточного автомата. И тот факт, что при уменьшении масштаба включенные и выключенные ячейки легко различимы. Собственно, с правой стороны представлены две картинки с сайта, который представлен ссылкой выше, oimeo.io. И там есть вот эта работа, где у нас происходит бесконечная вложенная метапиксель в метапикселях. Если вы перейдете по ссылке, то вы сможете увидеть там этот самый автомат и этот самый метапиксель, вложенный в себя. Давайте перейдем по этой ссылке и посмотрим, как это выглядит. Сейчас происходит загрузка, и как видите, здесь происходит действие нашего автомата. Если мы начнем уменьшать нашу картинку, то мы увидим то, что у нас имеются большие квадратики. Это наши метапиксели. А у них есть два состояния, это включенный и выключенный. И по мере уменьшения картинки, уменьшения масштаба, мы можем видеть игру в жизнь в игре в жизнь. Собственно, вот тут происходит наша игра в жизнь внутри игры в жизни. И она так до бесконечности будет идти. То есть мы можем до бесконечности скроллить наш экран и уменьшать, чтобы видеть эти самые клетки. Собственно, в заключение. Игра в жизнь является очень интересным объектом для личного изучения, так как она обладает полнотой по Тьюрингу. То бишь мы можем создавать функции, ну, задачи решать на этом самом автомате. Да и сама простота автомата и его правила показывают, что из простых элементов можно создать что-то невероятное. Собственно, примером этого невероятного является метапиксель, который у нас помогает создать такие красивые картины, как представлены на сайте OIMO. Собственно, на этом у меня все. Библиография представлена в конце презентации. Спасибо за внимание. А практическое применение какое? Практическое применение — это, по сути, это автомат, который решает задачу, поставленную ей. Мы там можем реализовать компьютер, ну, грубо говоря, машину Тьюринга. Мы можем на ней реализовывать некоторые базовые задачи из математики. И, в принципе, достаточно интересная сфера для изучения. Зачем все это? Какое пользуется? Ну, чем лучше, чем другие всякие решения? Вас немножко плохо слышно, не очень разборчиво. Чем лучше это других подобных решений? Тем, что простота правил помогает нам решать те же самые задачи в более простом варианте. То есть у нас есть 4 правила и 2 состояния клеток. У автомата фон Неймана было 29 состояний клеток, что приводило, ну, к большему числу задач, но усложняло просчет.
Хорошо, спасибо. Так, Живцова есть? Да, здравствуйте, сейчас поделюсь экраном. Угу. Видно ли? Да, давайте на весь экран. Уже включено на весь экран. Да, спасибо, давайте. Здравствуйте, меня зовут Живцова Анна, я студент группы НКНПД-0120, и сегодня я представлю доклад по теме клеточные автоматы. Клеточные автоматы изучаются в рамках дисциплины математического моделирования, потому что клеточный автомат — это объект для моделирования однородно-динамических систем. Клеточные автоматы — одна из старейших моделей вычисления, насчитывающая уже более 70 лет. Появившаяся в конце 40-х годов 20 века, теория клеточных автоматов дала множество теоретических и практических приложений для вычислительных моделей различных природных феноменов и явлений. Клеточные автоматы также являются самостоятельными объектами теоретического изучения, и они также являются инструментом для моделирования в науке и технике. В основе популярности клеточных автоматов лежит их сравнительная простота в сочетании с большими возможностями для моделирования совокупности взаимосвязанных однородных объектов. Здесь представлена литература, которой я пользовалась для составления моего реферата. Здесь представлена литература историческое, тут большинство статей старые, и на них я ссылаюсь, когда описываю историю клеточных автоматов. В этом докладе я дам понятие клеточного автомата, объясню, расскажу о классификации клеточных автоматов, упомяну о самовоспроизводящихся клеточных автоматах и расскажу о некоторых применениях клеточных автоматов. Итак, понятие клеточного автомата. Определение звучит так. Клеточный автомат — это дискретная модель, состоящая из регулярной решетки ячеек, каждая из которых может находиться в одном из бесконечного множества состояний. Для каждой ячейки определено множество ячеек, называемых соседством. Разберем это определение более детально. Итак, в первую очередь клеточный автомат — это дискретная модель, то есть это математическая модель, использующая дискретные величины. Далее, клеточный автомат состоит из регулярной решетки ячеек. Решетка может быть одномерной, двумерной, трехмерной и многомерной. Решетка может состоять из различных геометрических фигур, таких как квадраты, правильные треугольники, правильные шестиугольники. При компьютерной реализации мы не можем реализовать бесконечную решетку, поэтому всегда ограничиваемся конечным числом. Для этого, чтобы соблюдать свойства клеточного автомата, одномерные автоматы представляются в виде кольца, и краевые клетки отождествляются друг другом, а двумерные представляются в виде тора. Каждая клетка в регулярной решетке может находиться в одном из конечного множества состояний. Обычно эти состояния отождествляются с каким-либо целым числом. На слайде представлен пример решетки, каждая клетка которой может находиться в состоянии черный и белый. Далее, для каждой ячейки определено множество ячеек, называемых соседством или окрестностью. Наиболее распространенные — это окрестность Мура, представленная на картинке сверху, определяемая как множество клеток, имеющих с данной клеткой общую вершину. И также распространена окрестность фон Неймана, определяемая как множество ячеек, имеющих с данной общую сторону или грань в многомерном случае. Функционирование клеточного автомата. Для работы клеточного автомата требуется задание начального состояния всех ячеек и правил перехода из одного состояния в другое. На каждой итерации в дискретном времени, используя правила перехода и состояния соседних ячеек, определяется новое состояние каждой ячейки. Обычно правила перехода одинаковые для всех ячеек и применяются сразу ко всей решетке. Клеточный автомат называют внешним тоталистичным, если состояние ячейки на новом временном такте зависит от предыдущего состояния этой же ячейки. Также клеточный автомат может называться стохастичным, быть стохастическим, если используются вероятностные правила изменения состояния. Состояние клеточного автомата. Конфигурации клеточных автоматов называется распределение состояния его ячеек. Клеточный автомат называется обратимым, если для каждой конфигурации существует только одна предшествующая конфигурация.
В этом случае существует биективное отображение состояния ячеек окрестности в новое состояние ячеек. Если клеточный автомат является обратим, то его обратная эволюция описывается тоже клеточным автоматом. Конфигурации, не имеющие предшествующих, условно названы садами Эдема. Для одномерных клеточных автоматов существуют алгоритмы определения обратимости, но для клеточного автомата с двумя и более измерениями в общем случае таких алгоритмов нет. Особые случаи клеточного автомата. Например, существует клеточный автомат с нерегулярной решеткой, в частности, мозаики Пенроуза. И существуют клеточные автоматы, состояние которых не дискретные, а описываются непрерывной функцией с множеством значений от 0 до 1. Клеточный автомат обладает важными свойствами. Это, первое, локальность правил. На новое состояние объекта ячейки влияет лишь она сама и ее окрестность, то есть соседство. Однородность системы. Ни одна область решетки не отличается от другой. И множество возможных состояний ячейки конечны. Существует несколько классификаций клеточных автоматов. Первая предложена Вольфрама. И она основана на типе динамики состояния автомата. Первое – это автоматы, которые за некоторый конечный промежуток времени достигают однородного состояния, в котором значения всех элементов одинаковы и меняются со временем. Второе – это автоматы, приводящие к локализованным структурам стационарных или периодических во времени состояний элементов. Третье – это блуждающие автоматы, которые с течением времени посещают произвольным образом все возможные состояния элементов, не задерживаясь ни в одном из них. И четвертое – это самый интересный тип автоматов, автоматы, динамика которых зависит от особенностей начального состояния элементов. Некоторые начальные состояния приводят к вырождению автомата, другие – к возникновению циклической последовательности, а третьи – к непрерывно меняющимся состояниям. Также была предложена классификация клеточных автоматов Эпштейна. Он классифицирует автоматы на первое. Автоматы, предусматривающие расширение количества ячеек с ненулевым состоянием. Второе. Автоматы, не предусматривающие расширение количества ячеек с ненулевым состоянием. Третье. Автоматы, не предусматривающие уменьшение количества ячеек с ненулевым состоянием. И четвертое. Это автоматы, предусматривающие как увеличение, так и уменьшение ячеек с ненулевым состоянием. Самовоспроизводящиеся клеточные автоматы. В 40-х годах фон Нейман исследовал возможности создания самовоспроизводящихся автоматов. В процессе решения он установил тесную связь самовоспроизводящихся автоматов с машиной Тьюринга. Автомат фон Неймана представляет собой двумерный клеточный автомат с квадратными ячейками памяти, организованными в прямоугольную решетку. Окрестность каждой клетки состоит из нее самой и четырех клеток, имеющих с ней общие границы. Ячейка может находиться в 29 возможных состояниях. Двумерное пространство считается бесконечным, и все клетки, кроме конечного числа первоначального, находятся в покоящемся состоянии, состоянии 0. Самовоспроизведение автомата выражается в том, что через некоторое время после начала работы на решетке присутствуют две его точные копии той конфигурации, из которой было произведено начало работы. Автомат фон Неймана содержит универсальную машину Тьюринга, то есть способен выполнять любые вычисления. Позже некоторые ученые продолжили исследования в этой области. Так, в 1968 году Кот упростил конфигурацию фон Неймана и построил клеточный автомат с этими же свойствами, но в котором каждая ячейка может принимать 8 состояний. В 1971 году Бэнкс предложил аналогичный автомат, ячейки которого могут принимать 4 состояния. И в 1984 году Лангтон опубликовал самовоспроизводящийся клеточный автомат, состоящий всего лишь из 86 клеток, принимающих 8 значений, имеющих 8 состояний. Правда, этот автомат не проявляет свойства универсального вычислителя, но он является самовоспроизводящимся. Смит доказал, что элементарный клеточный автомат с окрестностью радиуса 1 эквивалентен машине Тьюринга. Главный итог доказательства существования самовоспроизводящихся автоматов заключался в том, что было доказано отсутствие логического противоречия в понятии «самовоспроизводящаяся машина» и продемонстрировано, что самовоспроизведение не нуждается в каких-либо сверхъестественных свойствах. Одной из важнейших эпох в развитии
клеточных автоматов была игра жизни, о которой очень хорошо рассказал предыдущий докладчик, поэтому я пропущу этот слайд и перейду к теме применения клеточных автоматов. И первое, что стоит отметить, это применение клеточных автоматов в математическом моделировании динамических процессов. Например, клеточный автомат используется для решения проблем газодинамики. Поле автомата состоит из двумерной или трехмерной решетки. Возможное состояние клетки соответствует наличию в ней частиц, движущихся параллельно осям координат. На каждом временном шаге частицы перемещаются на одну клетку. Столкновение частиц считается абсолютно упругими. Двумерный вариант этого автомата имеет один недостаток, который в некоторых случаях является существенным. Его макродинамическое поведение не удовлетворяет уравнению на въезд Стокса. Этого недостатка лишен автомат, поле которого гексагональная решетка, образованная равносторонними треугольниками более высокий порядок симметрии, обеспечивает выполнение уравнений на въезд Стокса для этого клеточного автомата. Но, с другой стороны, особая структура поля несколько усложняет его реализацию на компьютере и замедляет вычисления. Следующее применение клеточных автоматов – это шифрование. Общий подход к построению алгоритма шифрования на основе клеточных автоматов выглядит следующим образом. Исходный открытый текст разбивается на блоки соответствующей длины. Каждый блок открытого текста представляется в виде начального состояния решетки клеточного автомата, после чего клеточный автомат разбивается во времени в течение некоторого заданного числа шагов. Полученное состояние автомата является зашифрованным текстом. Такой подход предполагает, что клеточный автомат обратим, так как существует необходимость расшифровать зашифрованный текст. Другим перспективным, хотя и малоизученным приложением теории клеточных автоматов является применение клеточных автоматов для сжатия данных. Здесь исследуется направление сжатия без потерь, в котором используются обратимые клеточные автоматы, и сжатие с потерями, в которых возможно использование необратимых клеточных автоматов, которых в целом гораздо больше, чем обратимых. Применение клеточных автоматов для асинхронизации распределенных систем. Постановка задачи звучит следующим образом. В начальном состоянии все ячейки, кроме одной, имеют состояние 0. И требуется, чтобы конечное состояние, все ячейки имели одинаковое состояние n. При этом в промежуточных состояниях эволюции автомата запрещено, чтобы какая-либо ячейка имела состояние n. То самое, которое должно быть в конце. Эта задача синхронизации решается на протяжении более 50 лет. И основные задачи, решаемые в ней, это переходом для клеточного автомата, минимизация числа состояний ячейки и минимизация числа шагов от начального до терминального состояния. Применение клеточных автоматов в экологии. Примером экологической модели, работающей по принципу автоматов, является модель роста леса на месте пожарища. В качестве элементарных ячеек рассмотрены экологические группы конкурирующих растений на вырубке – вейника и ростков березы. Для каждой ячейки задается степень конкуренции, а также закон перехода из одной экологической ячейки в другую. Функционирование каждой ячейки задается динамическим уравнением роста биомассы. Для каждой группы свои параметры роста. Степень конфигурации и, соответственно, рост в каждой из ячеек зависит от состояния соседних ячеек. Модель параметризована на основе данных десятилетних оценок состояния конкретной вырубки. Эта модель хорошо описывает реальную картину зарастания вырубки и вытеснения травянистых растений молодыми проростками березы. Также с помощью этой модели были определены границы условий, при которых березняк вырастает вне этих условий, вырубка остается лугом. То есть нахождение граничных условий для создания требуемой экологической обстановки. Также другие клеточные автоматы
применимые в экологии, это модели с использованием это модели для описания заполнения экологических ниш. Одна из наиболее известных моделей с подобными задачами – это модель расселения гоморит в озере Байкал. Пример клеточных автоматов в социологии и модель возникновения гетто. Автомат задан двумерной четырехугольной решеткой, каждая клетка которой может быть пустым или занятой двумя видами жителей – треугольниками и квадратами. Те, в свою очередь, могут быть довольны или недовольны собственным положением. Важно упомянуть, что они недовольны, только если менее 1/3 их соседей той же формы, что и они. Запустим простой алгоритм, при котором недовольные фигуры по очереди переезжают в первую попавшуюся клетку, где они станут довольны. Оказывается, что поле очень жестко делится на районы по форме. Интересен тот факт, что возможен и обратный эффект. Если фигуры требуют, чтобы в их окрестности жило хотя бы 10% фигур другого вида, гетто быстро разваливаются, и фигуры довольно равномерно перемешиваются. Эта несложная модель наглядно демонстрирует, как небольшие личные предубеждения создают большую коллективную стену. Заключение. Я бы хотела сказать, что теория клеточных автоматов является установившейся научной дисциплиной с многочисленными приложениями в очень многих областях науки. Клеточные автоматы играют важнейшую роль в качестве модели пространственно распределенных динамических систем, поскольку изначально они обладают рядом фундаментальных свойств, присущих физическому миру, то есть параллелизмом, однородностью, локальностью взаимодействия. Другие свойства, такие как обратимость и законность сохранения, могут быть обеспечены надлежащим выбором локальных функций связи. Неудивительно, что клеточные автоматы успешно применяются при моделировании сложных систем в биохимии, генетике, компьютерных технологий, информатике, экономике, социологии. Это имитационное моделирование физических процессов и систем, моделирование течения жидкости, моделирование диффузионных процессов, моделирование в теории хаоса, в теории фракталов, биологические модели взаимодействующих клеточных систем, включая модели самовоспроизводства, моделирование городской транспортной сети, модели структурной лингвистики. Сюда же к приложению клеточных автоматов можно отнести работы по созданию новых перспективных архитектур высокопроизводительной вычислительной техники, можно отнести работы по использованию клеточных автоматов для обработки изображений и теории помехоустойчивого кодирования. Это все, что я хотела бы сказать. Спасибо, очень интересно. Очень интересно. Так, и Логинов последний на сегодня записывался. Есть такой? Да, я тут, меня хорошо слышно? Да, хорошо, давайте. Так, сейчас я поделюсь презентацией. Экран. Так. Угу. Да, хорошо. Давайте на весь экран. Да, все. Угу. Сегодня я подготовил доклад на тему клеточные автоматы. В целом, уже эту тему сейчас рассказали. Но я немного расскажу про другую сферу клеточных автоматов. Что это такое? Это математическая модель, имитирующая поведение большого количества взаимосвязанных элементов в сеткообразной структуре. Грубо говоря, клеточные автоматы состоят из регулярной сетки ячеек, каждая из которых может находиться в одном из конечного числа состояний. Состояние каждой ячейки определяется состоянием соседних ячеек в соответствии с данным набором правил перехода. Правила перехода применяют одновременно ко всем ячейкам сетки и результирующую конфигурацию называются следующим временным шагом или же поколением. Обычно клеточные автоматы классифицируются по четырем критериям. Первый критерий – это размерность. Клеточные автоматы бывают одномерными, двумерными и трехмерными. Одномерные клеточные автоматы – это когда у нас все ячейки располагаются в линию. Примером является простейший клеточный автомат
110, двумерный клеточный автомат, когда ячейки располагаются в сетку, например, игра «Жизнь», и трехмерный, как раз-таки, когда ячейки располагаются в виде куба. Следующий критерий – это окрестность. Всего существует две наиболее популярные окрестности. Но для начала, что такое окрестность? Это множество ячеек, которые считаются соседними для данной. Окрестность фон Неймана – это одна из двух окрестностей наиболее популярных. Она определяется как ячейки, соседние ячейки. Это те ячейки, которые имеют общую сторону с данной. И окрестность Мура – это когда соседние ячейки имеют одну вершину, хотя бы одну общую вершину с данной. Также в критерии окрестности окрестность у нас может быть n-ного порядка. Я дал определение окрестности для первого порядка. Окрестность Неймана первого n-ного порядка – это множество клеток, манхэттенское расстояние которых по данной клетке не больше n. И окрестность Мура – это множество клеток, расстояние Чебышева которого от данной клетки имеет не больше n. Также существует право перехода у клеточных автоматов. Тоже их всего два. Первый – это детерминированный, второй стохастический. В детерминированном клеточном автомате все работает следующим образом. То есть состояние клетки определяется точно благодаря состоянию на текущем шаге ее соседних клеток. В стохастическом же клеточном автомате состояние клетки вероятностно определяется относительно благодаря состоянию соседних клеток на текущем шаге. Ну и поведение, его разбиваются на три типа. Это хаос, порядок или самоорганизация. Хаотические клеточные автоматы ведут себя крайне непредсказуемые. Упорядоченные клеточные автоматы демонстрируют предсказуемую закономерность. А самоорганизующиеся демонстрируют спонтанное возникновение порядка изначально беспорядочных конфигураций. Далее я вот как раз-таки хотел глубже рассмотреть простейший клеточный автомат. Соответственно, простейший клеточный автомат – это элементарный клеточный автомат, который представляет собой одномерную бинарную систему, только с двумя возможными расстояниями на ячейку – 0 или 1. Он имеет простое право перехода, основанное на состоянии каждой ячейки слева и справа. Первый, кто начал глубоко изучать простейшие клеточные автоматы, это математик Вольфрам. Он пришел к такому выводу, что существует всего 256 возможных клеточных автоматов простейших, и каждый со своим уникальным набором правил. Эти правила можно определить как раз-таки с помощью таблицы, которую вы видите на презентации. Соответственно, сверху у нас все возможные состояния от 0 до 8 в двоичной системе счисления. Во второй строке мы записываем наше число в двоичной системе. Например, в данной таблице я ввел число 110 как самое популярное правило в простейших клеточных автоматах. Соответственно, если мы попадаем в состояние, когда у нас наша клетка имеет значение 1 и соседние 1,1, то следующее состояние для данной клетки является 0. Ну и так для остальных возможных состояний. Также математик Вольфрам разделил простейшие автоматы на 4 класса. Первый класс – это однородные или устойчивые модели. Их суть заключается в том, что все клетки быстро принимают одинаковое состояние, которое становится стабильным. И в качестве изучения такие правила не очень интересны. Поэтому перейдем к следующему классу. Он уже выглядит более привлекательным. Здесь мы видим, что у нас
существует какой-то шаблон, который повторяется с определенной периодичностью. Ярким примером является правило 3, либо же 33. Вот. Далее идет класс 3, это хаотические узоры. В нем начальное состояние автомата превращается в шаблон, который кажется случайным и непредсказуемым. Ну и, соответственно, класс 4 – это уже сложные узоры, и автомат превращается в паттерн, демонстрирующий эмержентную сложность, такую как спонтанное формирование структур или появление паттернов, которые кажутся осмысленными или целенаправленными. Эмержентная сложность – это когда у нас подсистемы, свойства подсистемы не являются свойствами, не равны свойствам одной системы. Соответственно, какие-то из правил могут являться сразу несколькими классами при различных начальных конфигурациях. Например, правило 110 является сразу четырьмя классами, которые я рассказал ранее. Ну и также хочу рассказать о простейших клеточных автоматах в нашей жизни. Например, на слайде представлен текстильный конус, самый опасный для человека моллюск. И ученые из одного университета предположили, что правило 30 как раз-таки представлено в качестве узора на его панцире. Также правило 30 используется в пакете математика для генерации случайных чисел, потому что оно видит себя крайне непредсказуемо и подходит для данного способа вычисления случайного числа. Также можем встретить простейший клеточный в качестве снежинки. Она рассматривается как двумерная решетка ячеек, а право перехода зависит от местных условий, температуры и влажности. Другим примером может быть поведение некоторых социальных систем, таких как распространение болезни среди населения или распространение информации в сети. Ну и также с помощью простейших клеточных автоматов, с помощью определенных правил, опять же правило 30, можно сгенерировать разные фракталы. Например, правило 30, которое также изучал Вольфрам, генерирует треугольник Серпинского, его можно увидеть на экране. Вот. А правило 22 генерирует треугольник Пифагора второго порядка. Ну и в качестве вывода хочу сказать, что клеточные автоматы – это простые, но мощные модели, которые можно использовать для изучения широкого круга сложных систем и их поведения. Их применяют во многих областях, включая физику, биологию, информатику и математику. Используют для моделирования таких явлений, как рост снежинок, распределение болезней среди населения, поведение жидких систем и эволюцию фрактальных паттернов. Большим плюсом клеточных автоматов является то, что они могут смоделировать сложную систему благодаря простым правилам. Но они могут иногда проиграть во времени вычисления или в ее сложности из-за того, что, например, сетка будет очень большая или правила сложными. И также некоторые клеточные автоматы при разных начальных конфигурациях могут выдавать разные результаты, и, соответственно, они иногда сложно предсказуемые. Спасибо за внимание. Спасибо. Другой взгляд на проблему. Очень интересно. Есть ли какие-то вопросы к докладчикам? Вопросов нет. Значит, это у нас было 3 доклада. Все, больше никто на сегодня не посчитал нужным записаться. Так, далее я хотел посмотреть с вами моделику, поскольку, как я понимаю, Джулию вы все хорошо знаете, умеете работать, поэтому давайте посмотрим моделику.
Значит, что у нас такое? Моделька. Если Джулию мы можем рассматривать как в данном случае как язык общего назначения со спецификой языка научного программирования, то моделику мы скорее должны рассматривать как язык определенной области, предметный язык, DSL. Основная область, которой занимается моделика, это решение физических, инженерных задач. В них присутствует в основном непрерывное дифференциальное уравнение. Дифференциальное уравнение обыкновенное. Ну и плюс к этому у нас идет дискретные задачи. То есть моделика является гибридным языком. Она может работать как с непрерывными, так и дискретными задачами. Ну и давайте мы пробежимся по моделике, посмотрим, как. Так, экран видно? Да, видно. Да, спасибо. Так, давайте запустим моделику. Значит, моделика — это обычный язык программирования. Можно ее с ней работать с любого так сказать редактора, но вот она имеет, кроме всего, поскольку рассчитана на инженера, в том числе, вот такой графический инструмент, с помощью которого мы можем работать. Для изучения моделики можно посмотреть книгу. Она скорее электронная книга. Моделика by example. Значит, вот у нас вот установленные библиотеки. Давайте мы поставим библиотеку Моделика by Example. Ну, это вот у нас ссылка. Так. Так, давайте уставим, потом. Так, все установилось. Вот это библиотека. Но вас интересует, естественно, описание. Вот оно. Тут у нас в свободном доступе книжка в формате HTML. За другие форматы, скажем, за PDF нужно заплатить. Ну, вот такая вот. Ну, или самим, пожалуйста, сгенерите, если умеете. Такая вот идея тут. Вот тут мы давайте подключим. Выберем Моделика by Example. Вот она подключилась. Вот это у нас стандартные, простейшие выражения. Ну вот давайте мы, я тут отдельно подготовил, чтобы посмотреть, как у нас тут. Вот first order.
Значит, уравнение первого порядка. Ну, вот такое простое уравнение. Нам его нужно решить. Вы умеете решать такое уравнение? Умеете решать такие уравнения? Конечно. Конечно, конечно. Да, вы думаете, что умеете решать такие уравнения. Ну, решение вот такое вот у нас по умолчанию, достаточно простое. Давайте посмотрим, как мы это делаем с моделикой. Вот у нас example, simple example, first order. Значит, мы переключим, тут у нас несколько видов. Это диаграммный вид, который мы пока не рассматриваем. Вот это у нас вид текстовый, это информация. Вот информация, и вот вся наша программа. Значит, первая строка задает, что данный программный код собран в виде отдельной библиотеки. Ну, для удобства, библиотека – это минимальная единица распространения, ну, так же, как в Яве, например, и так же, как в Яве у нас описывается обратно в начале название библиотеки, ну, в Яве там, как вы помните. Я вот, вы знаете, что я про Яву говорю, может, вы даже не знаете о таком языке. Да, мы знаем ее, нам читали. О, вот, Яву читали и знаете, это разные вещи. Значит, это как в Яве, там, помните, вы задаете в виде доменного имени, а тут просто название библиотека моделика by example, и дальше идет конкретные от библиотеки. Итак, вот у нас простейшее, давайте, вот у нас наше уравнение, производная по точка, это производная по копеременной. А Т это что у нас? Время. Время. Хорошо. Вот у нас производная задается по времени как дер. От слова дериватив, да? Вот так мы и пишем. Производная от x равно единице минус x. Да? Вот, собственно, вот это уравнение. Все достаточно просто. Ну, единственное, мы задали, что x – это действительное число. И все. И модель готова. Соответственно, в начале слово «модель», название модели, в конце конец и завершается файл модели. Ну, достаточно просто, да? Значит, equation – это у нас идея такая, что у нас записывается как физические выражения, то есть это называется, что язык моделика акаузальный. От слова «кауза» – «причина». Если у нас в обычных языках идет как бы присвоение, то есть левая часть присваивает правую, то здесь у нас левая и правая равны, то есть можно сделать, перенести x сюда, ну, да, не будет сохранено, x минус 1 равно 0, например, или, например, x минус 1 равно
производной. Ну, это то же самое, что если бы вы просто-напросто в данном выражении поменяли местами правую и левую часть, с точки зрения физики ничего бы не изменилось. У нас тут есть проверка. Проверка, что у нас дает? Дело в том, что поскольку это физическая модель, то мы считаем, что система должна быть определенной, то есть количество уравнений должно соответствовать количеству переменных. Тут мы задали, что x – это переменная. Если мы уберем это, то не будет понятно, что x переменная, тогда непонятно, как решать уравнение. X это переменная, мы нажимаем «Проверить», и вот у нас пишет, что одно уравнение и одна переменная. Давайте мы зададим симуляцию. Тут время симуляции. Ну, давайте зададим, скажем, 10. Тут у нас число интервалов. Мы можем задать размер интервала и число интервалов. Тут у нас метод решения. Вы можете выбрать тот метод, который вам больше всего подходит. Ну, по умолчанию DASL. Вот. Тут при наведении у нас показывается help некий. Ну и давайте симуляцию сделаем. Вот симуляция отработала. И вот у нас графики. Вот у нас переменные. Если мы документацию берем, то вот переменные появятся. Вот сюда вот. Документацию мы при желании всегда можем вытащить. Значит, что у нас? У нас фактически нужно поведение икса. Ну вот, как вы смотрите, у нас на единице выходит икс. В принципе, да, очень похоже на вот это решение. На бесконечности первый член на ноль уходит, и получается единица. Но вот смотрите, вот достаточно простое уравнение записали, и все, есть решение. Давайте посмотрим, как мы можем улучшить это. Закрыли. Улучшить эту программу. Улучшение программы заключается в добавлении документации. Документация идет просто в кавычках после строки, но перед точкой запятой, да? Вот у нас обычное уравнение, это переменное состояние, это у нас наше уравнение движения, которое мы исследуем, и, собственно, получается то же самое решение. Давайте далее улучшим, а улучшение у нас будет заданием начального значения. Ну, по умолчанию у нас увидели начальное значение нулю равно, да? А давайте мы вот начальное значение зададим 2. Это у нас отдельный блок начальные значения. И давайте просимулируем. Ну, опять давайте 10 поставим. Нажали симуляцию, так, вот этот давайте удалим результат старый, вот x, вот у нас от 2
упала до единицы. Собственно, вот это наше решение. Ну, естественно, мы тут можем настройки сделать, цвет поменять. Тут автоматический цвет. Сделать, скажем, пунктирную, потолще сделать. А пунктирная не получилось. Так. Слишком много точек. Слишком много точек, поэтому так. А, ну вот написано, что должно быть пунктирное, а тут точек слишком много, поэтому не получилось. Ладно, давайте дальше. Поехали. Значит, вот тут вот у нас следующий этап развития нашей программы. У нас есть код, документация к коду. Есть начальное значение и есть задание параметров симуляции. У нас они задаются специальным, специальной функцией аннотация, и там задаются внешние параметры в качестве параметра эксперимента. Вот если мы S нажмем, видите, установлен параметр эксперимента и размер интервала. Ну, по умолчанию у нас 500 интервалов, и размер интервала, как видите, изменился, уменьшился. Мы старый удалим результат, новый посмотрим. Ну, вот он, новый результат. Как и есть, но теперь нам не нужно задавать все параметры эксперимента. Они заданы уже в программе. То есть это вот положительный этап. Ну и в конце вот этого блока давайте посмотрим. Мы задали начальное значение не в форме значения на переменную, а в форме значения на производную. Какие есть у нас варианты начальных и граничных условий? Чем начальные и граничных условий отличаются и какие есть варианты? Это вы должны были проходить на нескольких предметах и чудесно должны знать. Кто мне скажет? А возможно, вы не знаете, какие есть начальные граничные условия? Или студентов уже не осталось? Все студенты убежали. Возможно, мы не знаем. Возможно, вы не знаете. А как это вы решаете уравнение и не знаете? Значит, чем граничные от начальных отличаются? Ну, начальные условия понятно. Начальные условия на любую переменную даются. Чтобы константу определить. Начальные условия даются на... А у меня, к сожалению, я с Донской сегодня, поэтому у меня нет под рукой рисовалки. И я не смогу вам нарисовать. Но кратко скажем так. У нас есть у нас есть условия начальные. Это на задающиеся одной переменной, в частности, например, переменное время t. Есть граничные условия, которые задаются не на точку переменной, то есть не одномерные, а многомерные. Скажем, у нас задача не только на время, но и координаты. В чем преимущество начальных условий перед граничными?
Ну, начальные условия, как вы понимаете, это частный случай граничных условий. Но какое радикальное преимущество начальных условий перед граничными? А вот, наверное, студенты учатся, и как только курс проходит, сразу у них вылетает. Ну как это, вот даже у нас было, это дифференциальное уравнение, и мы изучали теорему существования единственности. Ну как это? Так вот, теорема существования единственности очень хорошая теорема, вот жизненно важная теорема, но она доказана, а кто доказал? А не Каши, нет? Вряд ли. Каши. Каши доказал, да? Ну, хорошо, пусть он будет. А, так он доказал ее именно для одномерных, для начальных условий. А вот для граничных условий такой теоремы-то нету. Соответственно, тогда, когда у нас граничные условия, у нас может вообще не существовать решение, или решение не быть единственным, а чаще всего у нас оно или не существует, или не единственно. Вот поэтому начальное условие, оно всегда лучше, чем граничное. И у нас есть три варианта граничных и, соответственно, начальных условий. Какие варианты? Это Михаил Дмитриевич любит по названиям их обязательно называть. Он всегда спрашивает студентов, а какие у вас условия граничные? Так какие условия есть названия? У нас есть три. Логика. У нас всегда при задании условий, а они задаются на переменную, на производную от переменной или на какого-то рода сумму переменной и производной на переменную. То есть как раз три штуки получается. Для того, чтобы выглядеть умным, нужно говорить их по названиям. Если мы задаем условия на переменную, то это называется Дирихле. Граничные условия Дирихле в принципе, можно было бы и для уравнений в обыкновенных производных называть это как Дирихле, но принято называть это задачей Каши. Ну, вот так вот принято. Ну, в принципе, это те же самые условия Дирихле. Второе условие, когда задаются условия на производную. Вот у нас в предыдущих была задача Каши или Дирихле, а вот тут у нас условие на производную задано. Это называется условие Ноймана. А кто такой Нойман? Вы имеете в виду фон Неймана? Вот, вот специально я этот вопрос именно для этого задаю, чтобы студенты кричали, это фон Нейман. Нет, Иоганн фон Нейман никакого отношения к этому условию не имеет. Вы знаете, это достаточно распространенная фамилия в Германии, хотя фон Нейман был не немец, а кто по национальности? Американец. Кто-кто? Венгер. Он был венгер, да, правильно. Янош Нойман. А в Германию он работал как Йоганн фон Нойман. А когда уехал в Штаты, он стал Джон фон Нойман. А брат его стал Ньюман. Ну, как поигрались. Значит, это другой Нойман, Карл Георг, по-моему,
сейчас 100% не вспомню, по-моему, Карл Георг, тоже немец, тоже математик. И третье условие называется, название не имеет, но называется по-разному. Если уж хотите блеснуть, можно назвать, например, условия Ньютона. Ньютонов тоже много, это как раз тот самый Исаак. Да, тот самый Исаак. Значит, и вот давайте мы тут зададим условия. А какое решение будет, как вы думаете? Вот сейчас вот. Как будет выглядеть решение уравнения? Давайте посмотрим. Никто не хочет мне рассказать, как будет выглядеть решение уравнения. Старое решение убрали, новое открыли. Смотрим. Опаньки. У нас первоначальное... Значит, вот когда производное равно нулю, это у нас стационарное условие, условие стационарности. И мы с самого начала задали условие стационарности. Ну вот у нас она стационарна. Сейчас я поставлю потолще. Вот оно, стационарно. Все. Все мертвое. Ну, значит, время-то у нас уже поджимает. Вторым примером, дальше мы продолжим все это. Значит, а теперь я хотел просто в качестве примера показать классическую задачу брошенного шарика, мячика. Мы ее потом, может быть, более подробно разберем, а сейчас просто показать, как у нас связывается вот так вот. Давайте мы это у нас уравнение. Смотрите, у нас первое уравнение поменяли местами производную и это, то есть скорость равна производной от высоты. H это высота. Производная от скорости. Как называется производная от скорости? Ускорение. Ускорение. Ускорение у нас направлено вниз. Значит, оно с минусом. Производная от скорости равна ускорению свободного падения. Минус. И давайте посмотрим, как у нас выглядит решение. Это удалим. Значит, нас интересует высота. Ох, как. Наверное, мы слишком сильно замахнулись. Давайте 10 зададим. Вот оно, от нуля. И пошло под землю, пошел мячик. Это очень хорошо. А скорость, и скорость у него прыгала-прыгала и пошла вниз. Может такое быть?
Да, не может такого быть. Значит, это проблема того, что у нас многие задачи, для решения их требуется сочетать непрерывный и дискретный характер задачи. В принципе, можно эту дискретность вводить со стороны, но мы тут дискретность прямо вводим внутри задачи, и когда мы подправили старые убрали. Давайте посмотрим, как у нас подправленный результат выглядит. Подправленный результат выглядит явно лучше. Вот так вот. Из этого делается вывод какой? Что мало записать набор уравнений и решить их. Нужно еще включить голову и подумать, собственно, как у нас все это работает и действительно ли похож на правильный результат то, что у нас сделано. Это к тому, что еще раз скажу, что вы готовитесь отнюдь не на программистов и не на кого-то другого, хотя, конечно, вы можете пойти работать и программистами, и кем только угодно, но просто вы зря, так сказать, потратите время, не получите необходимые знания, а вы учитесь на прикладного научника. И главное для вас это, то есть знание программирования, научного программирования, знание, как работать с компьютерами, настраивать и так далее. Это все нужно. Но очень большое значение для вас имеет знание предмета, которым вы занимаетесь. Будь то сети, любые там беспроводные, еще что-то, или физика, или еще что-то. Но вы все это должны знать, иначе будут у вас решения, когда упавший мячик пробьет землю и улетит прямо к центру земли. Спасибо. Дмитрий Сергеевич. Да. А как в OpenModelic строить графики в полярных координатах? Значит, можно ли вообще? Давайте я вам так скажу. Итак, OpenModelic это у нас DSL, да? DSL – это предметно-зависимый язык. Я вам сказал, что у нас вот эти вот задачи мини-проектики для каждого, они разные, и некоторые не подходят для решения в OpenModelic. Так вот, первый проектик, который там, где у вас катер убегает от кого-то, а в OpenModelic его просто... Нет, его решить, в принципе, можно, но это не стандартными средствами. Поэтому будем считать, что в OpenModelic он просто не решается. Это вы должны почувствовать, какого типа задачи могут там решаться, а какого нет. Я вас предупреждал об этом. Ну вот мы уже и поняли, что там какой-то подвох, то есть получается, это что хорошо. Не надо в OpenModelic делать. Да, только в Julia. Mm-hmm. Вы должны попробовать и написать, mm-hmm. что не получается в OpenModelic, что DSL-модельник не подходит к такого типа задачам. Хорошо, поняли, спасибо большое. Очень хорошо.
Еще вопросы? Да, извините, пожалуйста, нам надо только на Джулия. Вот именно вот эту задачу только на Джулия. Остальные можно решать и на том, и на другом. То есть вам две реализации нужно давать. А на базе этой задачи вы должны были почувствовать, что не выходит. Так, еще вопросы? Да, здравствуйте. У меня немного не по теме, а личного характера вопрос. Можете, пожалуйста, личные сообщения после лекции посмотреть? Я буду там пробовать. Давайте вот так вот. Я еще раз повторяю, что в моем workflow участвует только электронная почта, никаких этих чатов и так далее я не читаю и не собираюсь это делать. Если есть желание писать, то пишите на электронную почту. Электронную почту я смотрю два раза в день, утром и вечером, и сразу отвечаю. Хорошо, на почту я не писала, спасибо. Угу. Можно спросить, ничего, да. Если все-таки на OpenModelике сделал первую задачу, то получилось? Можно, можно, конечно, но это, я еще раз говорю, что OpenModelica – это, в принципе, язык, который может решить все, что угодно, но нестандартными способами. Для него такой подход не является стандартным. Но очень хорошо, что вы сделали и так, и так. Это очень, очень хорошо. Спасибо, что вы, так сказать, продвинуто посмотрели в это направление. Так, еще вопросы? Нет вопросов. Тогда до свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.